Надеюсь, наша жюри уже успела выбрать победительницу. И для подведения итогов слово предоставляется председателю жюри, который объявит супербабушку 2018 и вручит ленту победительнице, а также наградит мисс зрительскую симпатию Полэкта. Сергей Сергеевич, ваши аплодисменты! Друзья, трудная, но приятная миссия у меня. Вы меня видите хоть? Я вас не очень, да, Свет. Дорогие друзья, вот тот случай, когда вот, ну я уже много с вами, да, я вообще-то офицер, никогда не верит мне, что я занимаюсь такой деятельностью, она мне, честно говоря, нравится. Я никогда не думал, что я боевой офицер настоящий. Вот вчера Путин выступал, а я же профессионал в этих вопросах, правильно? Я мог все честно рассказать, как на самом деле, и он правильно выступал. Уж разрешите отвлечься, и все-таки. Ну, вы мне все верите, правда? Уже я долгими годами заслужил ваше полное доверие. Спасибо вам большое. И мне трудно заниматься тем, что не нравится, а мне нравится. И вообще мне все, конечно, понравились. И вот тут начинаются сложности и трудности. Но уж тут ничего не поделаешь. Баллы есть баллы. Вот таких конкурсов еще, конечно, побольше, которые с вареньем. А поставили просто мы эти 1, 2, 3, сколько варенья угадал, такое место, да? Но есть и другие конкурсы. Ой, какой мне последний понравился. Но все красавицы, всем пятерки поставил. Вы знаете, просто, ну здорово, да? Здорово, особенно здесь у нас профессионалы, Ольга сидит, вот. Вы все женщины, ну просто, а уж мы-то мужики вдвоем, конечно, здесь. Уши прижали, да. Вот, и все-таки, значит, трудно было оценивать, конечно, конкурс, вот то, что вы приготовили. Почему трудно? Потому что, если мы скажем всем, да, приготовить... Да, одно что-нибудь, да. Поэтому я, например, здесь тоже всем пятерки поставил. Во-первых, красиво. Вот. Но все равно здесь у нас попробовали и ставили и другие баллы. И, в общем, нам много очень понравилось. И мне лично многое понравилось. И все-таки конкурс есть конкурс. По результатам баллов... Начну, знаете, значит что, с третьего места, правильно, да? Третье место, значит, жюри отдало Лепешиной Татьяне Дмитриевне. С маленьким отставанием, практически здесь мы делили первое и второе, было рядом. Окунева Любовь Александровна. Прошу проходить. И первое место. Петрыкина Галина Георгиевна. Она, видно, нас всех Бабой-Ягой убила. Но хотя и ваш конкурс был замечательный. Вот. Здесь и художественные составляющие, конечно, вот они между собой. Петрыкина и, значит, ну, как Люба и Галя, значит, были здесь, ну, равны, просто, значит, они нечто разные показали. Вот, у нас еще один есть конкурс. Ну, конкурс зрительской симпатии. И тут, к сожалению, совпадение осталось. Симпатия у нас заняла Окунева Любовь Александровна. Тут мы ничего тоже не делаем. Тут считать надо. Мы считали, ну, математика такая.
Дорогие друзья, вот этот конкурс в области больше никто не проводит. Я не знаю такой. Конечно, я все ли телевидение приглашал, и, наверное, что-то мы там разместим. Андрей Николаевич Фильдов не обещал, но видно, сейчас очень много таких вот вещей. А я считаю, наши самые лучшие. Ну, смотри, какие красавицы. Ну, красавицы. А все остальные еще не выходят. Все остальные заняли, призовое четвертое место. Выходите, пожалуйста. Спасибо огромное, Сергей Сергеевич, за такие теплые слова. Вот сколько у нас подарков, даже невозможно все в руках удержать. Давайте еще раз поаплодируем всем нашим участникам. Они сегодня все проявили себя молодцами. Я думаю, каждая из них достойна этого звания супербабушка. Уважаемые зрители, гости и участницы, наш конкурс подошел к концу. Большое вам и огромное спасибо. Конечно же, отдельное спасибо нашему многоуважаемому жюри. Всего вам самого доброго и самого хорошего. До новых встреч! Право вручения короны мы предлагаем нашей Наталье Войтенко, которая в прошлом году заняла первое место. Под ваши аплодисменты. Также мы хотим сказать, что сегодняшним конкурсом были наши спонсоры, депутат городского совета народных депутатов Сергей Николаевич Киселев. И, конечно же, председатель правления Владимирского регионального отделения Союза пенсионеров России Плетнев Сергей Сергеевич. И тоже отдельные аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами. А можно мне сказать? Я всех благодарю организаторов и, наверное, от имени наших участников, и также и жюри, и работников этого Дома культуры. И я благодарю своих детей, внуков, дочерей, которые помогали мне. Я друзей своих благодарю, которые пришли поболеть за меня. Они мне помогали, особенно помогала мне Полина Надежда Александровна. Спасибо вам большое всем. И вам спасибо, и все-таки еще два слова, разрешите, послушайте меня. Дорогие друзья, все-таки я еще советник губернатора, и я от имени губернатора поздравляю вас с наступающим 8 марта, желаю всего самого лучшего, чем можем, мы всегда вам поможем, и главное, конечно, нам выбрать лидера страны главного. Я-то знаю, кого выберу и за кого проголосую. Говорят, нельзя, поддерживать. Я буду поддерживать. Я за Путина. За Путина! Да, и кроме того, пусть меня кто-то осудит, что я что-то нарушаю. Но дело-то в том, что еще в 2000 году кто говорил, кто такой Путин? Я первый. Я и, кстати, Филинов Андрей Николаевич, мы участвовали в первом штабе Путина. И вот Путин вырос того, кого вырос. Это мировой лидер. А то, что вчера было показано, что, уж извините, бабушки, мы все красавицы, но у нас нужны мужики, которые нас будут защищать. Настоящие мужики. Лидеры страны и мира. За Путина. Спасибо дорогим участницам. Да, спасибо вам. Что вы так смело выступили на пол подарки, потому что нам хочется фотографировать. Вас фотографируют. Без подарков. Вниз прям подарки положить, пожалуйста. Ленточки расставьте.